В предыдущем ролике мы стреляли со 100 метров. Вон из той точки в центре экрана, где находится моя супруга. И сейчас мне хочется пострелять со 120 метров. Я перенесу нашу конструкцию ближе вон к тому лесу. На точке примерно 120 метров с точки 120 метров канистры практически не видно, поэтому я решил ее приподнять немножко. Насколько это получится, хотя бы может быть так. Подручными средствами приподняли. О, блядь, сейчас упадет. Да, для нашего эксперимента сегодня, конечно, вечер неудачный. Только камера здесь. Приходится стрелять между порывами ветра. И дожидаться, когда после беготни вот этой всей сердце начинает стучать помедленнее. Еще учитывая, что жарко, жажда, хочется пить. Это все мешает стрельбе. Ну что, попробуем. Чуть-чуть получше стало.
Итак, на этом сегодняшняя стрельба подошла к концу. Результаты вы сами видели и можете их оценить. Насколько мог объективно, я постарался снять с двух камер. Может быть, как-то буду улучшать процесс съемки, но в данный момент у меня получилось вот таким образом. Если кому-то видео понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, конечно же, ставим дизлайк, пишем свои замечания. Я старался для вас показать все объективно и правдиво. Это был Кузнецов Сергей, канал «Опыт чудака». Впереди будет много-много интересного. Все будет хорошо. Пока.